Я подарую тобі зиму в абсолютній безпеці. Я – зимова шина «Континенталь». Генеральний спонсор програми «На першому автомобільному». Увімкни світло наповну. Philips – партнер проєкту по безпеці «На першому автомобільному». Аптечка должна быть у каждого водителя всегда и везде. Мы настоятельно рекомендуем следить за сроком годности ее компонентов, периодически их обновлять. С вами программа «Секреты безопасности» и Международный центр безопасного вождения «Физика движения» в лице Александра Саракеева и Кирилла Каландырца. И сегодня мы проведем небольшой эксперимент, кстати, на тебе, Кирилл. Ты у нас в роли испытуемого будешь уже не первый раз, не привыкать, как говорится. Но задача самая простая. Музыка, водитель, автомобиль. Да? Влияние разной музыки на водителя во время вождения. Есть 5 треков от самого плавного до самого агрессивного, если так можно сказать. Готов? Мне уже интересно, давай попробуем. Садись. Итак, смотри, задание предельно простое. Змейка для тебя знакомая. Упражнение вперед и назад задним ходом. По змейке. Там база, финиш базы. Все как положено. Старт, не пересекаем линию. Все как во всех гоночках. Итак, едем на секундомер. Есть 5 треков. Первый спокойный, потом интенсивней, интенсивней, интенсивней. Чем быстрее, тем лучше время. А потом какой-нибудь, наверное, будет там рок. Я не знаю, но я мы готов. Все вместе услышим. Я включаю музыку и громко постараюсь тебе, громче, чем музыка, сказать раз, два, три, на три ты стартуешь. Хорошо. Понял? Раз, два, три. Я чемпион! Ну, как тебе сказать, 38 секунд, 52 сотых. Один конус сбит, это плюс 3 секунды. Итого у нас 41,52. А что ты так дерганно наехал, когда тут играла такая плавная музыка, на которой обычно там свидание происходит? Чересчур медленная музыка для такой. Чересчур медленная музыка. Идите, конус поправляй. На самом деле, я сейчас съехал и думал, что спокойная музыка меня не будет настолько сильно сбивать. Мне казалось, что она вообще на меня не будет действовать, и поэтому так... Я думаю, тебя больше сбивала, наверное, громкость музыки, чем какая она играла. Начал, это мое мнение. Начал на покрытии на этом срабатывать АБС, но я это понял уже, ну, черт знает какого сигнала по звуку, что вот работает АБС, я его слышу, только я не сразу идентифицировал, что это именно АБС. Я тебе так скажу, ну, тут, при том, что тут куски льда, да, есть немножко на прохождение всего этого упражнения, ученики ездят в разы быстрее наши, чем ты. Мы можем гордиться своим трудом. Ну что, трек номер 2, он должен быть немного агрессивнее. Я не знаю, нам подготовили его, вот. И что там за музыка? Написано «L'amour toujours». Ты помнишь, я снова включаю громко музыку, и на счет 3 ты едешь. Раз, два, три. Je t'adore. Over on St. Charles Avenue, there's a house that stands alone. Hop on a streetcar, headed out west, lose your chaperone. 'Cause in the Villa de la Moon, you'll never be on your own. Voila! We got love. Ta-da! Love, l'amour. Время нелогично,
Но быстрее. 34-86, ты не сбил ни одного конуса, ты попал сразу в ворота. Она какая-то такая добрая, мне хотелось ехать, смотреть и под музыку. Вот даже. Мне кажется, что, ну, не так, наверное, но это я рано делаю вывод, да, но сейчас, вот, скажем, на этом этапе я готов сделать вывод такой вот, что не как, какой тип музыки, да, а еще должен тип музыки совпадать с темпераментом человека. Да. И еще важно, вот мне кажется, что в музыке, в этой, по сравнению с предыдущей песней, было больше слов и было меньше звуков, которые похожи на звуки от автомобиля, которые могли бы перекрываться. Тут я мог четко различить, где вот если бы машина начала что-то, какие-то звуки издавать, сейчас системы не работали, я бы их услышал с таким звуком. Этап номер 3. Готов? Да. Музыка на счет 3. Все по схеме. Раз, два, три. Музыка в каком-то ролике про гонки. Наверное, да. Я да, ничего не сбил. Я знаю. Хоть удивительно, да, мы так ехали криво. Вот. Наверное, все-таки я вернусь к своему выводу. И, наверное, его подтвержу. Время хуже, чем второй проезд. Хотя музыка агрессивнее, да? Начала разгоняться. 36.06. То есть почти на полторы где-то секунды ты медленнее проехал этот проезд, чем предыдущий. Мне захотелось, когда ехал обратно, музыка так быстрее, быстрее, быстрее. Мне хотелось быстрее, быстрее, быстрее. Вот именно было желание разгоняться обратно, и казалось, что вот сейчас в такт я могу... Она так шла хорошо, а потом вот что-то ее занесло, да. Что-то шло не по плану. Зима на дворе, говорят, лед на асфальте там. Я по музыке... Бывает, заносит. Музыка была весьма летняя, на самом деле, Саша. Трек номер 4. Схема все та же. Включаю громко. На счет 3 стартуем. Все. Раз, два, три. Она так уехала на АБСом. По плану. Я все нарушил. Трек под названием Let's Rock на тебя плохо действует. 46-86 без... А, каких без штрафов? Один конус минус. Плюс 3. 49-86. Короче, у меня новички быстрее ездят. Не а знаю, вы меня дадите потом поездить без звука, чтобы по телеку увидели, что я не такой плохой водитель? Иди, двоечник, поправляй конус. Холодное время заставляет менять не только одежду, привычки, но и шины. Зимняя шина по сравнению с летней шиной имеет ряд своих особенностей, отличий, которые приносят дополнительные преимущества при движении и увеличивают безопасность водителя при движении. Зимняя шина является необходимой вещью при движении по зимней дороге, потому что она не только повышает безопасность, создает определенный комфорт и ощущение комфорта при управлении автомобилем. Зимняя шина, в отличие от летней шины, имеет другую резиновую смесь. Зимняя шина имеет другую структуру, рисунок протектора. Зимняя шина имеет классификацию для вождения в разных условиях, в зависимости от характера управления автомобилем, в зависимости от территории, дороги и погодных условий, где она используется. Трек номер 5. Он мне больше всего нравится, мы уже его просто слышали. Мне после первых 4 кажется, что он будет очень быстрый, и время будет минута. Он такой заводной, как говорится, так и тянет в пляс. Давай так плясать. Вот, схема старая. Музыка. Раз, два, три, и погнали.
тебя сначала. Я готов ехать. Подожди, подожди, ну тут начинает такое. Раз, два, три. .82 сейчас. А как это называется? You'll never know. Короче. Ну меня там два раза удачно занесло. Именно куда надо. Куда надо? Лед тебе сработал как в положительное, да? Это аномалия мне помогла, но я не думаю, что второй раз так. 34.82, но если это не лучший самый проезд, то близок к самому лучшему. Она заставляет гонять. Ну, она заставляет давить больше на газ. И вот по времени мы посмотрим второй проезд, когда была вот эта медленная песня, я ее запомнил, она была со словами, без звуков. Я уверен, там проезд был чище, плавнее, там меньше заносило. Я просто... Но время там было не лучше. Мне кажется, там было 33. Во-первых, музыка может подходить или не подходить по темпераменту к человеку, да? А второе, то, что на самом деле медленная музыка заставляет, или, скажем так, провоцирует, наверное, да? Ехать плавно, а агрессивная музыка провоцирует ехать агрессивно. Почему, знаю по себе, есть такое радио, очень спокойная музыка там всегда играет. Я его называю то радио, которое можно слушать и не слушать. Ты его включаешь негромко. Ты можешь спокойно себе плавно передвигаться из точки А в точку Б с максимальной безопасной, скажем так, поездкой, да, и максимальной экономией бензина, тормозных всех агрегатов. В любом случае, очень важна громкость. Если мы будем слушать музыку громко, выше среднего даже, мы можем не только прослушать какой-нибудь сигнал от автомобиля, там сработал АБС, заморгала ESP, да даже загорелась лампочка бензина, мы сели на дорогу, она пынкнула, мы не услышали. Или кто-то нам посигналил, а мы этого не услышали. Кто-то посигналил, наружные факторы, мы этого можем не услышать, и это будет создавать нам аварийную ситуацию. Тогда, наверное, очень простой вывод, да? Она отвлекает. В любом случае. Какая бы музыка? Включим громко музыку, будут оглушать. Включим тихо музыку, будем прислушиваться. Да. Поэтому она в любом случае отвлекает. Когда нам надо максимально сконцентрироваться, музыки не место. Да. Я напоминаю, что генеральный спонсор нашей программы – компания «Континенталь». С вами были «Секреты безопасности» и Международный центр безопасного вождения «Физика движения». Сегодня мы не на слове, а на деле испытали на себе, как же все-таки на нас влияет музыка, громкая, тихая, быстрая, медленная. И убедились в том, что любой музыкой можно нанести вред себе. И если мы едем с максимальной концентрацией внимания и пытаемся быть максимально безопасными, музыке не место больше. Согласен полностью с Кириллом. В следующей передаче мы сделаем небольшой такой эксперимент. Наверное, его лучше назвать большим экспериментом. Это реально пьяный человек будет ехать за рулем. До свидания. Я подарую тобі зиму в абсолютній безпеці. Я – зимова шина «Континенталь». Генеральний спонсор програми на першому автомобільному. Денні ходові вогні «Філіпс». Це ваша безпека на дорозі. «Філіпс» – партнер проекту по безпеці на першому автомобільному.